Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми раді вас вітати на нашому телеканалі на телепередачі «Брейн на сорті». І я рад вам представити нашу постійну ведучу, руководителя клубу інтелектуальних ігор Університету Україна Макаронову Тетяну Олександровну. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я с удовольствием представляю вам наше сегодняшнее жюри. Это заведующая библиотеки филиала для юношества ЦБС для взрослых Баранова Елена Александровна. Музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения «Юбилейный номер 93». Ведущая солистка народной вокальной студии городского дома учителя, победитель украинских вокально-музыкальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. Игрок команды ВКонтакте, чемпион Николаевской области по «Что, где, когда», брейн-рингу, эрудит квартету, стажер Центра студенческих стажировок Иванова Виктория Дмитриевна. И сегодняшний наш председатель жюри, игрок команды ВКонтакте, чемпион Николаевской области по «Что, где, когда», брейн-рингу, эрудит квартету и своей игре Караулов Максим Владимирович. Сегодня у нас играют такие команды. Команда, которая является сборной нескольких школ, 7-й, 40-й и Мостовского учебно-воспитательного комплекса «Команда форс-мажор». Чемпион Корабельного района, команда школы номер 40, «Свитязь». И две команды наших гостей из Доманевской области – которые показали наивысший результат в синхронном турнире по отбору чемпионата области. Это команда Мариневской средней школы, команда «Патриот». И команда юниоры Мостовского учебно-воспитательного комплекса. А мы с вами сейчас приступаем к первому туру. Это разминка. Фирменный танец Штрауса. Что выпускники танцуют? Вальс. Страна Папы Римского. Ну, страна как называется? Внутри Рима находится государство Ватикан. Камни на пляже. Молодец. Перемолотое зерно, картофель в жире в Макдональдсе, фри, обувь аквалангиста, пляжная смуглость, страстный футбольный болельщик, множительный аппарат, множительный, он размножает, ксерокс, порция пирога, кусок, громко, спасибо, 10 правильных ответов у команды. Пчелиная королева. Матка. Снег с гор падающий. Лавина. Линейка в градуснике. Шкала. Утрата дара речи. Немота. Молодец. След от раны. Дискуссия вокруг цены. Молодец. На ней шкварки жарятся. Сковорода. Сосуд с цветами. Ваза. Группа птиц. Жилет смежной квартиры. Ну, квартира рядом с нами, а ее жилет сосед. Спасибо, тоже 10 правильных ответов. Голос комара. Писк. Имя внука Пьехи. Отлично. Вето первобытного вождя, то, что запрещено дикарям.
называется? Ну, то, что вождь запрещает, вот что-то нельзя, говорит, это табу, молодец, смелей, смелейте, все получится. Изобличающая преступника вещица называется? Улика, молодец. Партнер дамы в танцах. Ну, дамы приглашают? Кавалеров. Рыцарская клятва? Ну, дать пропуск безбрачия. Например, обед. Сердце автомобиля. Да, рот волка. Пасть. Единичный вектор. Это орт. Называется орт. Спасибо команде. 9 правильных ответов. Извините. Так, вы готовы? Кожа дуба. Кора. Образ политика. Имидж. Самолет Бабы-Яги. Аккомпанемент молнии. Гром, отлично. Продажная цена доллара. Спор с выигрышем. Ну, да, пари. Туман над чайником. Медведь, обучавший Маугли. Игловидная листва. Ну, у елки, сосны, как листва называется? Ну, как это называется? Деревья называются такие. Хвоя, хвойные. Полгода для студента. Там первый, второй. Как это называется? Нет, нет. Ну, между сессиями. Семестр. Молодец будет студентом. Спасибо. 10 баллов у команды. Так, слово жюри. Ну что ж, дорогие ребята, вот и началась наша интеллектуальная игра «Интеллект Ассорти». И первый конкурс уже позади, конкурс «Разминка». И он, именно он приносит нам такие результаты. Первая команда, «Форс-мажор», 10 баллов. Очень хочется отметить вторую команду, «Свитязь». Очень четко, быстро и правильно ответили на все вопросы. 10 баллов, молодцы. Третья команда, сидящая за третьим столом, «Патриоты». К сожалению, на один балл не на один вопрос не ответили, следовательно, 9 баллов. И четвертая команда, «Юниоры», молодцы, 10 баллов. Так держать, стараемся и дальше. А сейчас, ребята, у нас конкурс «Перевертыши». Это пословицы, над которыми я поиздевалась. Вы должны вернуть в исходное состояние. Ребята, слова меняем на противоположные. От своего горя бодрствуется. Завистливые люди от чего не спят? От чужого счастья им не спится. С женой что с ногами? Без мужа? Да. Похвала на рукаве повисает. На воротнике, на вороту не виснет. В долг брать, вражду находить. Дружба. Что с дружбой происходит? Ну, находить — противоположное слово. Терять, да, в долг давать, дружбу терять. В клане не без красавца. В семье не без урода. Спасибо, 4 правильных ответа у команды. Велик медник, да дешев. Мал золотник, да дорог. Отлично. Забыла девица свой бабушник. Вспомнила старушку свою мать. Да. Хуже враг вблизи, чем друг вдали. Лучше друг вдали. Да, чем враг вблизи. Ложка меда исправит бочку дегтя. Ложка дегтя испортит бочку меда. Умничка. Из белого сделаешь черное. Не сделаешь. Правильно, молодцы. 5 правильных ответов. Умница.
теперь вы с наукой, как с ногами. Нет. Как без рук. И волка петь учат. В цирке кого обучают плясать? Да, медведя плясать учат. Неученый отец моложе ученого сына. Старше моложе. Да, старше неученого отца. Дедушка натрое промолчал. Как она сказала? Надвое, бабка надвое сказала. Слышали уши, что продавали. Видели глаза, что продавали. Молодцы, 5 правильных ответов. И вы, хоть и дюжа, да все же жена. А у вас наоборот. Хоть и не... И не дюж, но все-таки муж. Молодость не горе. Старость не радость. Ворона на крыле новость унесла. Сорока на хвосте новость принесла. Так, потушить все броды. Сжечь все мосты. Молодцы, спасибо большое команде. Слово жюри. Итак, все команды показали, что они действительно знают и любят русские народные пословицы и поговорки, и результаты у нас таковы. Первая команда, команда «Форс-мажор», набрала 8 баллов. Команда «Свитязь», сидящая за вторым столом, набрала 10 баллов. Команда «Патриоты» за третьим столом набрала 10 баллов. И команда «Юниоры» за четвертым набрала тоже 10 баллов. Закончите анекдот. На вопрос, пользуетесь ли вы интернетом, утвердительно ответили 100% опрошенных. Таков результат опроса, проведенный недавно в... Интернете. В интернете. Спасибо, умница. Дорогие жители Николаева, вы помните основную нашу городскую проблему в Николаеве? Закончите анекдот. А вы в приметы верите? Конечно. Если пошел снег, будут класть асфальт. А если положили асфальт, будут менять что? Водопровод. Да, меняют. Водопровод. Да, меняют водопровод, меняют трубы. Спасибо команде. Закончите анекдот. Чем вы занимаетесь? Выполняю ваше указание. А я вам ничего не поручал. А я ничего не и не делал. Да? Закончите анекдот. Если видеть в людях только хорошее и закрывать глаза на плохое, то так всю жизнь можно прожить с... Молодцы! Большое спасибо. Слово нашему жюри. Смех есть веселость ума, а улыбка – веселость сердца. У всех команд отличное чувство юмора. И результат конкурса анекдотов следующий. Команда «Форс-мажор», команда «Свитязь», команда «Патриоты» и команда «Юниоры» получают по 3 балла. Ну что ж, команды, вот мы и подошли к экватору нашей сегодняшней игры. Итог после 3 конкурсов. Команда «Форс-мажор» – 21 балл. Команда «Свитязь» – 23 балла. Команда «Патриоты» – 22 балла. И команда «Юниоры» – 23 балла.
А сейчас у нас один из самых сложных и серьезных конкурсов. Это конкурс вопросов «Что, где, когда». Итак, ваш вопрос. Во время провода в Масленице девушкам и парням привязывали к ногам колоду в наказание за то, что они в прошлом году не сделали это. А что именно? Если они до сих пор девушки и парни. Не поженились. Спасибо большое команде. В правобережной Украине вдова получала наследство мужа во временное пользование, пока не совершит такое действие. Какое именно? Снова не выйдет замуж. Снова не выйдет замуж, отлично. Они подразделялись на календарно-обрядовые, колыбельные и шутливые. Не спешите. Что, согласно украинской пословице, должно быть, чтобы была и любая из них? Будет он, будет и песня. Ну, хлеб, спасибо большое. Незамужние украинские девушки носили подпоясанную нарядным поясом рубаху как платье. Какая одежда добавлялась к их одежде после свадьбы? Именно одежда, не головной убор. Плахта. Да, отлично, молодцы. Спасибо, слово жюри. Итак, команды показали, что они имеют глубокие фундаментальные знания в украинских обрядах, традициях и знаниях, и все команды получают по 3 балла. Загадкой вдали, и не вернуться нам в жаркое лето, там, где казалось, мы счастье нашли. Время забытых печальных мелодий, клавиш не слышно, коснется рука. Сладким дыханием навстречу свободе, и разливается темною ночью тоска, и не осталось любви ни глотка, и не осталось любви ни глотка, только при встрече я замираю, только при встрече я взгляд опущу, вновь не замечу, словно не знаю, вновь не замечу и мимо пройду. И дрожью легкой так нежно, словно бы ищет предлог или шанс. Это любовь и надежда, только все в прошлом для нас. Жаром объятий лишь танго пылает, брошенный взгляд, поворот головы, словно бы в пропасть безумья толкая, наша последняя фраза любви. Осень забудет о встречах случайных, серою шалью в тумане дожди. Расставанья, последняя тайна.
прошли. Наши шаги словно эхо любви. Наши шаги словно эхо любви. Только при встрече я замираю. Только при встрече я взгляд опущу. Вновь не замечу, словно не знаю. Вновь не замечу и мимо пройду. И дрожью легкой так нежно, словно бы ищет предлог или шанс. Это любовь и надежда. Только все в прошлом для нас. Ищет предлог или шанс. Это любовь и надежда. Только все в прошлом для нас. Сейчас пришло время болельщикам помочь своим командам. Очень ответственное время для болельщиков. Болельщики команды «Форс-мажор», закончите мысль Ильи Шевелева. Только среди дикарей физический труд ценится больше, чем... Физически? Чем ценится больше, чем какой из труд? Труд физический бывает и умственный. И умственный. Чем умственный? Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Не надо ни особого наития, ни размышления ясновидцев дошлых, чтоб предсказать грядущие события, когда есть память о событиях. Да. Закончите анекдот. Зима, утро, заходит бабуля в троллейбус, где сидит один молодой человек. Бабушка, уступи мне место, сынок. Парень, ну мест полно, а твое? Ну, зима, холодно, он сидит. А твое место самое теплое. Спасибо. Болельщики команды «Свитязь». Закончите мысль Пьера Буаста. Богатство убивает больше людей, чем бедность. Закончите анекдот. Лех, открой окно, жара в машине. Терпи, пусть думают, что у нас в машине тоже есть... кондиционер. Да. Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Известно, что не слаще редька хрена. И любопытным отщемляют нос. А правда лишь тогда имеет цену, когда есть на нее высокий спрос. Отлично, спасибо большое. Так, болельщики, команды «Патриоты». И ваши вопросы. Закончите мысль Ильи Шевелева. Сразив другого грубой насмешкой, почувствовал себя фигурой, а не... Пешкой. Да. Закончите анекдот. Когда в доме дети, абсолютно чисто, может быть, только в вазочке с... конфетами. Да. Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Правду мужества прямо сказать равносильно удару под дых. Если правда колола глаза, много было бы на свете... слепо. Отлично. Спасибо большое. И болельщики нашей команды «Юниоры». Закончите мысль Ларошфуку. Своим недоверием
мы оправдываем чужой труд. Но если мы человеку не доверяем, мы оправдываем его. Но мы не верим, когда нас... Чужой обман. Закончите отрывок из творчества Омара Хайяма. То облечет судьба меня в шелка, то обдерет, как дольку чеснока, но об ее капризах долго думать, ты так скоро превратишься в... Старика. Но мы все не хотим скоро... Старика. Старика, спасибо. Закончите анекдот. А ко мне теща после свадьбы только один раз приехала. Да ты просто счастливчик. Да, и больше уже никогда не уезжала. Спасибо большое команде. Все правильно. Слово жюри. Вы знаете, дорогие игроки, вот вспомнили сейчас такие строки из замечательной популярной песни Аллы Пугачевой «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Именно друзья всегда поддержат, всегда поймут. И это сегодня было доказательством. Ведь все ваши друзья принесли вам всем одинаковое количество баллов. 9 баллов получили все 4 команды. Молодцы! А сейчас, ребята, мы переходим к двум заключительным конкурсам. Конкурсы азартные. Можно приобрести баллы, можно потерять. Сейчас мы играем один из самых азартных и, к сожалению, очень печальных конкурсов. Он посвящен памяти замечательного человека, блестящего игрока, многолетнего члена нашего жюри, нашей передачи, Ларионовой Женечки. Значит, вы сейчас делаете на маленьком листике ставки, пишете цифру 1, 2, 3 или 4 по вашему усмотрению и отдаете мне листик. Это то количество баллов, которые вы приобретаете, либо теряете, в зависимости от правильности вашего ответа. Давайте, ребята, это делаем быстренько. Так, готовы? А теперь, внимание, вопрос. Они разделялись на травников, костоправов, повитух и кровопускателей. Какое слово объединяет их всех? Время, не торопитесь, хорошо подумайте. Если надо, чуть больше тут. Так, ребята, пишем, сдаем. Давайте. Ой, это вообще. Итак, дорогие друзья, внимание, правильный ответ. Значит, идеально правильный ответ дали две команды. Это знахари. Но мы засчитываем ответ лекари и врачи. Поэтому сейчас жюри скажет, сколько баллов получает каждая команда в зависимости от ставок. В секторе Ларионовой команды оценили свои знания и силы от 1 до 4 баллов. И результат этого конкурса следующий. Команда «Форс-мажор» получает 3 балла. Команда «За вторым столом Свитязь» получает 4 балла. Команда «Патриоты» получает 3 балла. И команда «Юниоры» получает тоже 3 балла.
это риск, а форс-мажор, да? Сейчас вы итоги, и кто начинает? Итоги перед сектором риска. Команда форс-мажор, 36 баллов. Команда «Свитязь», 39 баллов. Команда «Патриоты», 37 баллов. И команда «Юниоры», 38 баллов. Сектор риска начинает играть команда «Форс-мажор». Вы берете сектор риска? Да. Число 1, 2, 3, 4. Вы выбираете. Нет, не число, вы выбираете номер вопроса. 3. Ваш вопрос. Каждая из них представляла собой дорогое творение специалистов разных специальностей. В Византии только за одну ее можно было купить большой городской дом или участок земли. Что, согласно народной мудрости, видят некоторые нерадивые ученики, когда смотрят в нее? А видят что? Фигу, спасибо, смотрю книгу, вижу фигу. Молодцы! Кто следующий? Следующим пробовать сектор риска будет команда «Патриоты». Вы берете? Команда «Патриоты». Вы называете число, кроме трех. 1, 2, 4. 4. Ваш вопрос. Фантазия украинского народа иногда поэтизировала образы нечисти. Назовите литературное произведение, которое подтверждает это наилучшим образом. Лесова песня. Лесова песня. Спасибо большое. Так. Следующим сектор риска будет пробовать команда «Юниоры». Вы берете? Берем, называем число. 2. И ваш вопрос. Их, как правило, устраивали в хате одинокой вдовы. Как звали парня, которому украинская народная песня не советовала их посещать? Фредди. Молодцы, не ходи на вечерницы. Команда, слушайте внимательно, вопрос сложный остался, но вы можете. В своем поучении детям он учил сыновей заботиться о родной земле и подданных, придерживаться христианских добродетелей, проявлять милосердие, ценить человеческую жизнь, постоянно обогащать собственные знания. Какой предмет его одежды вошел в крылатое выражение? Шапка Мономаха, молодец! Спасибо большое, слово жюри. Ну что ж, дорогие игроки, пролетело очень быстро время, и вот уже подошла к концу наша интеллектуальная игра, на которой вы показали и проявили все свои знания, умения. Молодцы, умнички, вы порадовали нас очень правильной игрой. И какие же итоги мы с вами сейчас подведем? Места расположились следующим образом. Первая команда «Форс-мажор» – 43 балла. Команда «Патриоты» – 44 балла. Команда «Юниоры» – 45 баллов. Команда «Свитязь» 46 баллов. В начале нашей передачи я говорила и обратила внимание именно на эту команду, на вторую команду «Свитязь», что очень точно, быстро и правильно отвечают на вопросы. И они действительно подтвердили свой статус. Чемпионы Корабельного района номер 40. Поздравляю вас. Дорогие товарищи, я вот впервые хочу сказать в эфире огромное спасибо
преподавателям, готовившим эти команды. Очень много зависит от наше тяжелое, непростое время. Очень много зависит от конкретной личности. Это большое счастье, что есть действительно у нас настоящие патриоты своей страны, своего дела, которые не жалеют денег на проезд, не жалеют времени на то, чтобы помочь подготовиться своей команде. И очень со многими людьми очень приятно работать. Это воспитанные люди, культурные люди, жаждущие знаний. И время, которое ты тратишь на этих детей, оно окупается сторицей. Поэтому огромное спасибо преподавателям всех присутствующих здесь команд. И особое спасибо 40-й школе, которая выручила нас по очень сильному форс-мажору, и команде форс-мажор, которая сделала то же самое. Огромное-огромное спасибо. Огромное спасибо гостям и их учителям. Великолепное образование. Действительно, люди, патриоты своей страны, они действительно знают свои родные традиции, обычаи, литературу своего народа, историю своего народа. Это действительно блестящие игровые результаты. Большое вам спасибо. Мы сегодня поздравляем с днем рождения и желаем всего самого наилучшего исполнения всех желаний и всего самого, чтобы сбылось все самое сокровенное. Бабинец Маргариту из команды «Патриот». На цій мажорній ноті ми закінчуємо нашу сьогоднішню передачу. Я поздравляю сьогоднішніх переможців, це команду «Світязь». А вам, шановні телеглядачі, до нових зустрічей!